В ходе визита в Приорале глава государства Нурсултан Назарбаев отметил важность повышения конкурентоспособности и увеличения мощности экспортоориентированных предприятий в Казахстане. В их числе и казалардинское предприятие «Аралтуз». За последние 4 года комбинат увеличил объемы производства на 90% и на 12% экспортный потенциал. Современные технологии и поддержка государства позволяют крупнейшему производителю казахстанской пищевой и технической соли завоевывать новые рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Несколько этапов модернизации позволили комбинату внедрить технологию вторичного обогащения соли и сменить изношенные станки на высокотехнологичное оборудование. Запущены 2 новые испанские линии. В результате производственная мощность предприятия увеличилась с 137 тысяч до 370 тысяч тонн в год. Выпуск пищевой соли в 5 раз. Раньше работали на старом оборудовании. В месяц выпускали 10 тысяч тонн пищевой и столько же технической соли. Сейчас на испанских линиях производим до 15 тысяч тонн пищевой соли. На комбинате создано 650 новых рабочих мест. Сейчас в его цехах трудится 1200 человек. Кроме того, расширен ассортимент продукции и увеличен экспортный потенциал. Налажен выпуск брикетированной соли, работает паковочный цех. Ассортимент продукции увеличен с 12 наименований до 20. Основной наш экспортный партнер – это Российская Федерация. За 3 года наши показатели выросли до 12%. На сегодняшний день компания «Аралтуз» уже рассматривает и дальние зарубежья. С начала года «Аралтуз» выпустил 22 тысячи тонн продукции, которую уже экспортируют в Россию, Узбекистан и Киргизию. В планах у комбината расширить географию поставок. Райхан Ташбаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область, Хабар-24.